Морская охрана Госпогранслужбы Украины во время патрулирования зоны ответственности опрашивает капитанов судов, находящихся в исключительно экономической и прилежащей зоне Украины, о состоянии здоровья экипажа. В связи с введенными временными ограничениями в пересечении государственной границы направлены на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, морская охрана опрашивает капитанов судов, чтобы вовремя выявить больных среди членов экипажей судов заграничного следования и обеспечить надлежащее проведение всех необходимых карантинных мероприятий перед прибытием судов в порты Украины. Особое внимание уделяется суднам, следующим в порты Украины и за границы, или которые подходили к другим суднам, которые следуют из районов массовой вспышки заболевания на COVID-19. В течение недели морские пограничники опросили членов экипажей 27 таких суднов и плавсредств, и из них 22 судна тоже осмотрели. При этом смотровые группы и сами члены экипажей судов заграничного следования придерживались мер безопасности и правил карантина. Капитаны судов заграничного следования чрезвычайно добросовестно и сознательно придерживаются введенных ограничений, чего нельзя сказать о владельцах и пользователях маломерных плавсредств, которые в основном не осознают важности внедренных мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции.